Абзирашимас акрепсотили хопшча, а спорт абзебайча. А директора спорта Дунея программа чешуда говорит обсни у янтати имя посох разло а спорт жабичка. И у ипшам айчтежерква. Яробаске и чедон замтеква. А студиача асида сагарепха. Нан хумза хубейнер кна жавен за апой мю послоит а шахматасраза абсна опен захцу а зештеч ларбжарат пе фестиваль. Уй эрчала дырхуит абсна а район куе аккалы кверхан пьероубаз урастыла и уйпшам а куайк кверхан швюка спортсменша. Айт слабрахны хахучи и неркны адуи хынза рылшара куадыр пшлоит. А турнир хахамтат фонд язожен хыш нызекмат апара. Язгуата тупуй хыш нызекмат и шейтамзар Агу. У брезы агроссмейстерча сантария турнир отчалар хрома подчеркает. А же без ясалфит адица сагарепха. Ауа Карпов вихцизху шахмат школа, чьи мепысует азивки жларбжарат пе шахмат фестиваль, апсноупен захдзу, а шахмат асаз жларбжарат пе а турнир хуй, нанхам за кейнаркны, нанхам за жавен, за ицалой. У яла хубхатула район коркон пе шахмат асуйцве, аха нерцвен пасасцве, ханью жи, жаю кейнариханам. Ария шахмат фестиваль яла хуцам агросмейстерца уй захказге, ахам тат фон дахмачу азуб хазгуалтей, та спорта хшей хабы Жанна Зантарьепха. Призовой фонд Худикхазацар, Абрицаги, Бзил, Избанзарапсна, Азагиртуху, Абрицаги, имя Пахагайсла, Бракузаги, Заги, Изжлумхапа, Брахароб, Заги, Хехертуху. А шахмат асра за турнира хучкурыбжара бэцэхэ уйгубкны и шоб хак бэджэйц лабуйт фышукса зхызу, а шахмат асуйца хайбэд бэгубача а шукса зхызу. Са шахмата че изгумбхока гядзэм зигс губхойца. Санаты хойксан яйг ничигэна алыг. Уэ ахшы бэйбзэны анадзой. Ну, вау, хуц, вот, хагупа, джаюст, сосуха, вот, вабжи, хава, макена, зигстуй. А шахмат обзебает царажу корула, а хучку ареспорт карады пхелара карзаца на койт рыхши айзер харазхазгуетит адгур агарбам. Рыхши яхай цырных анацот школа гана хала рейз хуцша аха саброма гюма рейз хуцра яхай ярдует яхай ярхушует а хучка хымпада. Я бы хотел бы узнать лабраква. Я хайра чаны имя посвоздки, хоть корзин я хаги их хондара за реп хуцара гана халом, а гюма пыша гана халом. А турнир мы посвоит Швейцария пе система фиде апкара куй нару куршана хучко рыбжара бежитург гоп хуртири хабчо жтург. И цухмаранику елка хойта компьютер пьянчта псаребзорана. Айц лабра урастула пе турнир курюет зарей накуршана эйчкауб. А турнир адзбой хадас даму по республикат категория зму адзбой отар хурхмал. Проводятся три турнира. Утром играют дети до 8 лет, до 12 лет. А в вечернее время соревнования проводятся для участников без ограничения в возрасте. Все участники хорошо знают шахматные правила. Они все знакомы с международными правилами и с изменениями в этих правилах, которые периодически в них вносятся. Поэтому все спокойно, все хорошо, все в рамках правил. Конечно, с таким призовым фондом гроссмейстеры уже перестали к нам приезжать. И это считается вообще копеечный призовой фонд, 300 тысяч. Ну, сейчас они будут обсуждать на следующий год, где-то, может, зарубежные поездки сократим, что-то сократим, но надо призовой фонд довести хотя бы до 500 тысяч. Тогда, может, приедут 1-2 гроссмейстера. Жыларбжарат пе турнир ичыркает, апснача респортер зэхунткарат пе лакы, апсна шахмата федерация рыбзурала. Апсначария спорт и рускур за хюнткара пилока ханпеджи Малгубас датает хант на Олимпия чемпион Абарзен Веринпи Акпарат Хказыз Чапсатта за зыхатой Александр Карелин и Мёпейказ Ахазарат класс. Уй Мёпесет Адлер Пхангумза Мёжиш Барзен. Нарака спорт пилока ханпеджи Малгубас Аважлара Тейчкара Шача Акалак Акпарат Спорта Федерация яйтыта интервью. Яра язбэйтыт Рубен Татуляны Александр Карелины хапсна спорта чьерача и матчем коц Храра Шахарцо. Ламкала Хтула Арайон Хорзе, Дера спортсмен Шазады Хортам, Амаруга Хорлы Шефтершо, Яраубаске, а спорта объект Хорр Гиллари, Рита Шефтер Гиллари, Хорзе, Аусуро Хомер Хоргут Хазвейтед Губас.
А что помнила за шача чемпионата жохпия тура хакуртак занап хангум за жвежвежвейзер за стадион Динамокна и пылитапсны тихнткар от университета команды шачатпи Леон Ахмарючи. Ари айпалырак нахша пылым пыласвича апыжыры рыман. Вообще-то, Юнтуб шеча чемпионата матчка Ахуэм и Пасуште. Ажаха Пиатур Эйчкан пхангум за жохорзе а стадион Динамокна. Уажа ханцамта чешхардыруэт ажохпи Атур Алатша. Арей Паларачей Цухмарон, Апснапехунт Карат Университета Шапалампалт Команды, Шачапи Леон Ахмаричи. Ай Палара Хайнтерес Туацан, Ичбараз Айц Лабраджа, Хашапалампал Асвитсвезегер Техника Тхазер Адарпшит. Акт Пятаймах на Апснапехунт Карат Университета Команды Шапалампал Асвитса, Ювей Нолиха, Асасчар Команда Яфаргит. Айюн Палгет Тайершит Ахчевжей Позиция Анаскалу Ника Гуашба. Но мы всегда играем на все 100% своих возможностей. Это команда взрослая, созданная из моих же воспитанников, те, которые были 88-го года рождения, мальчишки 96-го года, молодежь вон. Это все воспитанники нашей школы «Леон» МБУ США-10. Мы с удовольствием, когда нам сказали, что можете приехать, мы с удовольствием откликнулись, потому что, сами понимаете, здесь всегда футбол был, есть и будет. Альбат Пятаймахна, Абхетпей Минутхорзе, Пажара Роман, Шача, Пилион Ахмарюча. Ари Айцлабраджа, Айу команда Каршепалам Паласюча и Роз Аха Мачмаст. Альбат Пятайм, Ажохпей Минутхорзе, Ювей Ювейха, Ахмаралс Швейхарарпит, Асасча. Ну, это городской турнир, как бы. Сейчас приехали на выездную игру просто. Играем в футбол. Все так же, за победу 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение, естественно, 0. Анаюс Ахмара Ачапсахайт Хараим Гауко Ажилови позиция Анаскалох команда Ахмарю Гарри Лагула Асас Чарымба Ампл Таиршвейт. Яро в реалоге абсурдент карат университета команда Аяйра Гуйт. А чемпионата Айхчала Куэрола Айпалара и Рейгу Ахмарю Хадалган Ника Гуэшба. Гудота пеша полом полт клуб Рица из Ланац Хауала, Хрампи Академия Хыпхадзалахит, Рица Ахмарю, Рауль Гургулей, Ахуат Пинарта еще полом пол Асвю, Баграт Ламии. Хрампи еще полом полт Академия Аклаки в Паторе Юху. Ари Академия Хаукас Яму, Хаша полом пол Асвю, Яхнаго, Хавя Дзирахан Зейнагари, Яроубаски и Герта Хархарта Курала, Апыша и Тариру. Я цахтует хадырата рашуғыз Апсу телехопша каналатна. Апснамцышым пыла федерация Абхирала Беларусин топсныка яйт пшини жүйу камцышым пыла сүйтші азықы сүйтші. Дара арцарат бзықы царат пейзгарахуы ирхы сүйт. Азықы сүйтші рейла зара ялу окупшт шарып жара советейт гыл Европа чемпион атолы көш бақы рыхцелы рихау алига көріқны юхмороз Андрей Климез язгуэйтейт уажады апсныка чахаз. Усқаны совета амтазы шырат пе спорт база хайзгарахуы дырхы суан. Я представляю как раз детский белорусский баскетбол. В частности, лагойский баскетбол. Приехали к вам потренироваться, посмотреть, как вы вообще живете в общем и в целом. Наладить вот эти вот отношения, которые были, они не были испокон. Я сам в советское время играл и сам сюда приезжал. И была здесь очень хорошая база в Эшерах баскетбольная. Всесоюзная. И вот эти все наши взаимоотношения, они будут иметь место продолжения. Дети наши будут общаться. В конце концов, ради них мы и работаем, и живем. Апснамцышым пыла федерация и уэпшама республика койдаре хаймадыр бжеца разы хаусу рокуме пыргойт. Уэй хаукас ямуге хтыла яхадзе на козы ведзыра хараку жылар бжаратпи айцлабра коречка аруб. А федерация хада и растагма и хейт апсны яны шыху беларусятпи хахучты команда. Уэй ха спортсмен ша чарат шарзы пышек евизуб. Апхека дулчар команда адыпхелана хаусу року речка аразы айчца жыра мюпахкойт макяназы амадзе курартра затрубха не только с командами из Российской Федерации, но вот в частности с Белорусской Республикой. У нас есть и другие планы, мы с другими контактируем федерациями. Сейчас все раскрывать не буду, но надеемся, что в ближайшее время получится нам организовать такой хороший, добротный чемпионат провести и детский, и взрослый.
Айзгара Курхасразе, Уажах, Пелахиаз, Амцушем Паласуйча, Ахучкуе, Акупшвероб, Уртребжара, Виджи Захацуйча. Язгуатату Беларусь от команды Абснахаймайште, Яжижа Башакуса Шцуа. Хочу поблагодарить лично президента Федерации за прием, за то, что они нас сопровождали, за то, что они нас пригласили. И пожелать успехов абхазскому баскетболу. Мы вас ждем в Минске, у себя, на горнолыжном курорте Лагойск. Нанхам за хубарзе апснатрия команды и Беларуси отвемцушим паласвича и рыбжара айвизар отпей пылара мягкан. А спортсменша ирхейт асип шиху ай пыларуха и цеги рачазарц шагу апыша аймадари айвиз шарар харерзе и хымпадатпина ирпхадзуйт. Мы очень рады, что приехала команда из Беларуси. Мы рады с ними поиграть. Я надеюсь, что это будет не один раз, потому что мы перенимаем опыт у них, они у нас, и чтобы была такая взаимная работа. Состоялась игра с белорусской командой, у нас был товарищеский матч. Благодаря нашему тренеру сыграли отлично, сыграли, получили удовольствие все игроки нашей команды. Команда соперника тоже, думаю, получила удовольствие. Я очень была рада сыграть с командой Беларусь. Я хочу, чтобы игры проходили чаще. И чаще проходили турниры также. Нам очень нравятся такие матчи, и мы хотим побольше таких матчей, потому что нашего года тут нету. Наша белорусская команда была очень рада сыграть с абхазской командой «Крылья». Абхазия предоставила условия для игры, очень хорошая площадка. Надеюсь, в будущем мы сможем сыграть с ними еще раз. Я Артом Цушин Полдаджа, Хайцлабра Амио, Пкаряйс, Гарокор Хосверза, спортсмен Шатагалазаша Ритейт, Беслан Ашпа. Для нас было большой честью и радостью отреагировать на подобного рода события, которое позволяет нашим ребятишкам обмениваться опытом и расти в профессиональном плане и отношении. Арцерат Бзаказарат Изгара Комио Послойт Исчна, Минск Пе Спортсмен Шап Хангуэ Жижабай Наркана Нанха Абанза и Хампададбил Хача Захацарако Ирхослойт. А курорт Калайк Питсунда и Чкана Чапха Казарат Театр Нарта Рейти Разыхцу Спектакль. А Хопшча и Дербан Ачыр Хмара Ха Хореография от Милат Квашара Нарта Арьепа Сацепчаха. Тахра Дугубки Харе Спектакль Абхера Хаман. Шахопш Анаюспен Цамта. Шукскуа крабхепснес шапсаз без артиста Гурмалия, чыбғы қазыр от театра сахиркарат напхкайуэн, а чыбғы қазы Руслан Тарбей, хапсна чыбғы қазыр от театр айчкара нападыркейд. Харайм гагуа сценария пырцейт рабхетпи ауккылара нарта репас ядырхолейд. Аревиза спектакль мёпган хақоп бейш шукса рабхэм. Сынпа айчкайт шокурорт калак пицунда и мёпыргар црыцбейд. Нарта рейтейра зэхцу спектакль уптыргылейд. Аревкылар ялохон жоху Зинок Шуауа, Нюртрахт актерча, Ачыбғы қазача, Акошуйча, Уга Гунда пшцел роль на Зыгдзёс Тапхаки. А спектакль хай режиссер Акургылы Адгурмалы ею. Нартай разгой вам такую легенду, которую изларгуала Нартай рыштрейд накылует шуек айешчи, рахшазач гунды. Даразагиз халдзаз сатаны гуашалуб, а вам такую шарнапшуала сасрыху идхилу ахтыску, а эпас гудж сяму. Сасрыху яшча абсраячи ехчойт айачра кадпарала, яшча рымю ирлашойт яиртуэйт. Яра ачки утша дулчарқынп яшчарзы амцы ехичуэйт, уйя сасрыху и фархадзара хуйруакуб. Ахупшуйчий рыд глаза кукалара хапсу ацаску от традиция культура ухау гула зырпшу спектакль ухазгвейтит, а чыбғы қазар от театра сахиркарат напхкаю, а чыбғы қазар Руслан Тарба. Рабская культура, язык, без их бизнеса программа, хазнина, без авария. Насихал, что их харбит. А что показать, что я нахал вообще,
ачкоги пшчик алла усхавит уже за гис хабхайзи я цахтуги на са программа же хамуп азнира хаджу. Вежижа башокса чорхмарах каяз азо, хакыр шокса рабхи ахыц уапстылан тепсныка апхера зыртаз Казбек Эристов и шартой профессионал туа трюкко на экзон ахул пазачым. Мой друг, мой брат Руслан Тарба, мы вместе у Кантемировых работали. И считай, соло джигит, единственный в Абхазии джигит, который у Кантемировых научился. Мы там встретились, познакомились. И много лет спустя он меня пригласил. Я тоже здесь живу, отдыхаю. И вот мы вместе с Русланом Тарбой пробуем это искусство, чтобы в Абхазии это развивалось, чтобы молодежь заинтересовалась и с лошадьми джигитов. В первую очередь, почему я с этой работой сюда пришел, чтобы абхазская молодежь, это самое главное, чтобы она занималась джигитовкой, не компьютеры, телефоны, а именно вот то, что, чем занимались наши предки. В первую очередь, чтобы они заинтересовались и много занимались с лошадьми джигитовкой. Это очень редкий жанр. Это сила духа, сила воли. Я сгуата туба чоб хаказарат в театрах на хаукалразе уапстылан пехараха апхарашимат, а чоб хаказарат Дмитрий Бесланский. А чоб хаказарат театр тхугылара нарта арейтэ разэхцу кучьярала ишиме пасыздырца біргуйт, а кырам тэ ей хамсых воз айнхэбишква. Ахул пазачы, яроубаски ачырхмарра на хореографиат Милат Кошара ухарах нархазара адырпшита спектакль Алла Хулыча. Узнала чисто случайно, что есть такая экскурсия, представляют вот именно оконное представление народа Абхазии. Все понравились герои, очень завораживает, впечатляет. И я считаю, что можно почувствовать прям вот Абхазию, прям вот историю, эпос, да. То есть на самом деле под впечатлением, аж мурашки прям по коже были, да. Все очень красиво, замечательно. И хотелось бы еще, конечно, побольше прям смотреть и дальше. Ну, не хочется даже вот уходить. Мало, но все да. Потрясающе. Просто вот все красавцы, все молодцы. Чоб хақазарат кугылырақу арыштығы ғағы размаза ақупшыра чкуэру күртуны инергаргейд. Айчқа өтші Абхиға театр хапсу милат хумара куалагылана ғырхуа ақуарырд барақ күтікіс ирымуб. Хатыр ұзқу өтелі қопшыра, яқхал абыртажа бүш көрылы шағылын қыдаратара. Абзираз яйуа амчим жақынзы.